Здравствуйте, в эфире телеканала ТБН Новости, в студии Юрий Кузаков с обзором главных событий. Представители известных немецких университетов выступили за признание теологических дипломов и диссертаций в России. В открытом письме авторы ссылаются на историческое положение теологии в Германии, в частности на то, что в государственных университетах страны Евангелическая и Римско-католическая церкви имеют 32 теологических факультета. Ежегодно на протестантских и католических теологических кафедрах защищается около 200 кандидатских и 50 докторских диссертаций. По словам ученых, общепризнанным является понимание того факта, что старая концепция отмирания религии, связанная с процессом секуляризации, оказалась сложной. Россия, как государство, в котором христианские конфессии и мировые религии традиционно тесно связаны, приобретает в этом смысле особенное значение в европейском и даже во всемирном масштабе, убеждены профессоры из Германии. К Международному дню инвалидов в Петербурге назвали имена победителей премии «Золотое солнце». Людям с ограниченными возможностями, достигшим общественного признания, вручали награды известные спортсмены, актеры, политические и общественные деятели. Подробности в репортаже Татьяны Соловьевой. 1 декабря в Доме молодежи состоялась церемония награждения «Золотое солнце». Встреча прошла в рамках Международного дня инвалидов. Заслуженные деятели искусства и спорта приехали вручить медали тем, кто, несмотря на множество трудностей, поддерживает активную жизненную позицию. Один из героев – Борис. Мальчик с рождения прикован к инвалидному креслу, но эта преграда не смогла убить в нем любовь к путешествиям. В свои 9 лет он посетил множество стран и не останавливается на достигнутом. Я участвую в мультфильмах, рисую, анимирую, даю свои идеи. И еще иногда юморные шутки подаю. Поздравить участников приехал и Николай Валуев. Несмотря на плотный график работы, он находит время для участия в жизни города. Знаете, скорее всего, я больше отдаю, чем получаю от этого. Мне не то, чтобы это что-то дает, мне просто приятно этим заниматься. Но вот сегодня я могу сказать... Не только отдала, я получила. Так и все мы должны заботиться о нуждающихся. Петербург не приспособлен для комфортной жизни инвалидов. Человек с ограниченными физическими возможностями не может передвигаться по городу без посторонней помощи. Многие обыденные вещи, как, например, подняться на эскалаторе, поехать на трамвае, зайти в магазин, воспользоваться туалетной комнатой, превращаются для людей в огромную проблему. Организаторам церемонии награждения удалось создать праздничную атмосферу. Участникам были вручены символичные награды в виде ростка, который пробивается сквозь камень навстречу солнцу. Росток можно сравнить с жизнью людей с ограниченными физическими возможностями. Надеемся, что церемония «Золотое солнце» пройдет еще не раз, и о участниках награждения будут вспоминать не только в День инвалида. В Женеве прошла конференция по проблемам исламско-христианских отношений. Она собрала более 60 лидеров и активистов мусульманских и христианских организаций. Конференция прошла в Экуменическом центре Всемирного совета церквей в Женеве. В форуме принял участие генеральный секретарь Всемирного совета церквей, пастор Олаф Фиксетвейт. Была создана группа специалистов, способная оперативно реагировать на кризисные ситуации в межрелигиозной среде. На конференции также шла речь о важности религиозного образования, которое учит уважать другие религии, и совместной работе в области решения социальных проблем и заботы об окружающей среде. Создание международного института, который сможет оказывать помощь в решении межрелигиозных конфликтов, актуальная задача нашего времени. Самый свежий пример – за открытие протестантской церкви в Алжире 4 христианина были приговорены судом к тюремному заключению. Им было выдвинуто обвинение за переход из ислама в христианство. В связи с этим и многими подобными случаями защита прав человека и свободы вероисповедания становится насущной необходимостью.